яблонька. Мы ее поливаем, чтобы совсем не засохла. Но после 15-го обещают небольшое похолодание, после 16-го. Там дождички пойдут. Вода спокойная, спокойная. Классно вообще. Теплая. Вот мы недавно купались с Андреем. Буквально 15 минут назад. Что, вода не кипит? Тут я недавно зверька видел, ласку, такой типа хорек дикий. Змеи попрятались, и гадюки, и ужи. Ну, тут ящерицы бегают. Классно. Сухое все. Ну, запах непередаваемый.